Сахана Гунакту. Сахавирьям Карававахой. Тейджасинамадхи Тамасту. Мабидвиша Бхай. Ом Шанти Шанти Шанти. Но джаяте мрияте ва випасчит. Наям куташчит, но бобу бокашчит. Наям куташчит, на бобу бокашчит. Аджо нитья шашвато ям пурано. На ханьяте ханьямане шарире. The intelligent self is neither born nor dies. Сознательное высшее Я не рождено, и оно не умирает. It did not originate from anything, nor did anything originate from it. Оно не родилось от чего-либо, и ничего не родилось из него, из этого. It is birthless, eternal, undecaying and ancient. Оно нерожденное, вечное, неувядающее и древнее. It is not injured even when the body is killed. Оно не ранится, даже когда тело убивается. Випасчит means the intelligent one, that means self. Випасчит значит то сознательное высшее Я. Но джаяте мрияте ва. Neither it is born nor it dies. Оно не рождено и не умирает. Но ям куташчит. It does not come from anything. Оно не приходит из чего-либо. Но бобу пока что появляется, да, появляется из чего-либо. It does not undergo any change. Но не изменяется. Никакого изменения в нем не происходит. Но бобу по грамматике можете говорить? Это, наверное, бху из сананта. Или... Или древнее прошедшее время, лит. Лит. Я тоже думаю, что это древнее прошедшее время. Какой глагол? Бху, ху. Бху, лит. Это лит созидание. So, it is past tense, but... Прошедшее время. But here there is no need of thinking any tense in Upanishads or Vedas. Verb can be used in any tense. Здесь надо думать, что в Упанишадах или Ведах глаголы могут быть использованы в любом
в любом времени. Слава Богу, должно меня на этим пашч. Бабу, не знаете, что это что-то прошлое? Если я это презентен, то и ты что ты это презентен. Раньше джайтемрет это настоящее время. Так что надо считать, что это бабу это как настоящее время. So it does not become anything. Оно не становится чем-либо. That is idea that from it nothing originates. Смысл в том, что из этого, из высшего я, ничего не происходит. Но не возникает. Не возникает, да. Therefore it is ojo nitto shashvato. Ojo birthless. Ojo без нерожденное. Ojo нерожденное. How is the meaning came? Как ojo? Как значит? Ноджа. Ноджа. Джо как? Джан дхату. Потом? Ноинг джан дхату до. Что? До притва. Как утром сегодня было, я тоже не поняла. У нас утром был какой-то. До притва. Так до. Я думала, какая-то игрушка. Да. Валя, видите? Да. Да. Данта. Это Талави. Талави. Талави, да. Что? Полотенье. Мы янда туда, ожа. Потом первый падет, ожа. Что? It is not birthless. It is birthless. Нерожденное. Нитья, итальян. Нитья вечная. Шашвата means changeless. Шашвата неизменные. Пурано. Пурано means ancient. Пурано значит древнее. But here it has some more meaning. А здесь больше значения. В этом слове. In the commentary you will get Purapi Novo. Even though it is ancient, but always remains as it is new. В комментариях будет, что это несмотря на то, что это древнее, оно всегда новое. Because it is changeless, so it always it remains new. Потому что оно неизменное, поэтому оно всегда новое. Но хоньноте хоньномане шодире. Но хоньноте анхоньномане. Ту грамматика говорится. Что говорить? Хоньноте, хоньномане. Хандхату, пассивный залог, третье лицо, единственное число. Мы не поняли. Хоньномане. Хан, пассивный залог, шатри. Шанач. Шанач, извини, пардон. Шанач. Шанач. Не, ну она поправилась. Что? Хоньномане шарире. When body is getting destroyed, когда тело разрушается, or when body is getting killed, или его убивают, it is not being killed. Это не убивается. Это писано правильно, а? When body is killed, it is not being killed. Когда тело убивается, это не убивается. It. What is it? Что? Вот это вот и есть то, что наджа. Ну вот это. Випасчит. Правильно? Здесь. Conscious self. Да. Сознательное. Высшее я. Комментарий. Но джаяте, но утпадьяте. На джаяте, на упадьяте. Мрияте ва. Мрияте ва. Но мрияте чо. На мрияте ча. Утпатти мато вастуно. Утпатти мато вастуно. Онитташа
Онека абикрия. Анитьяся анека викрия. Тасам адьянте. Тасам адьянте. Адьянте. Джанма бинаша лакшане бикрие. Джанма винаша лакшане викрие. Ихатмани пратишиддете. Ихатмани пратишиддете. Пратамам садба бикрия пратишиддаттам, но джаяте мрияте вайвети. Пратхамам сарва викрия пратишиддга артхам на джаяте мрияте вети. Вайти. Вайти. Но джаяте means no utpuddhate. It does not arise from anything. Оно не, не появляется из чего, ни из чего оно не появляется. Мриоте ва. That is no мриоте чо. And also does not die. И также не умирает. Ва. Here it means чо. Ва значит ча. Ва это ча. Здесь ва значит ча. Ва does not means anything alternative. Here ба means. Ва не значит что-нибудь альтернативное. Да? Neither it is born, nor it is it dies. Оно не рождено и не, не умирает. So it is. That means both if you say end or clear. Если скажете да и то это is not born and it is not dies. Оно не рождено и не умирает. So утпатти мата вастуна аниттаща. Утпатти мата какой падеш? Вастуна какой падеш? Шестой, может быть? Унитаща, какой падеш? Шестой. So, утпатти матаха, шестой падеш. Угу. Матупатти, утпатти мат. So, утпатти мат, как дават. Шестой падеш, утпатти матаха. So, утпатти ман means who has but вот паттиман значит тот, кто у кого есть рождение, тот, кто рождается. Вастуна шасты паде. The thing which has but also becomes onitto. Not eternal. Вещь, которая у которой есть рождение, естественно, анитья, то есть непостоянное. Yes. It is clear. Да, потому что то, что имеет рождение, будет иметь смерть. Все, что создано, будет разрушено. That's why it is onitto. So the thing which is has but it is transient. Вещь, у которой есть рождение, приходящее. So it has anekā vikriyāha. It has many changes. Эта вещь имеет много изменений. Vikriyāha. Какой падеж? Трудно. Может быть, это первомножественное. Первомножественное. Женский род. Да. Это нужно говорить. Нору, нору, нараха. Туда. Лото, лото, лотая. Такой форм. Лота, лоте, лотаха. Бикрия, это женский. Сонекаха, бикрияха. Ташам. Тасам это тоже женский род, да?
А сам что значит? Их. Их месть в ад. Ну, вот, может быть, этот самый, как его, Вастуна? Вастуна – это шестой единственный. Да. А это шестой? Та сам может быть. Да. Тогда Вастуна не будет. Такой будет. Ну, какая-нибудь Викриеха как раз. Тогда. А сам, когда говорит, значит, Викрия нам. А Викрияха – это видоизменение, да? Модификация. Викрияха – это изменение. Ну, перевод. Ну, да, да. Changes. Онека Викрия. Та сам. Да, this Викрия нам. What is changes? They are adyante. They are in the beginning and in the end. Изменения в начале и в конце. Janma binasha lakshane vikriye. They have these changes. Means in the form of birth and death. У них есть. Ну, они изменяются, их изменения в форме рождения и смерти. То ташам адианте янма бинаша лакшане бикрие. А так, что имеется в виду адианте и так далее, анте до конца, да? А, это как и паде? Адианте? Седьмой. Или четвертый? Седьмой. Адиантаха, седьмой. Со. Диар. Beginning, Adi, and the end. У них есть, у них есть начало и конец. They have, Janma Binasha Lakshane Bikriya. Bikriya какой падеж? Ну тоже седьмой, это Бхагава Саптами, что ли? Четвертый. А? Ну не четвертый. Вася четвертый. Седьмой, я думаю, седьмой. Если не двойственно, все варианты есть. Когда лота читаешь, тогда седьмой не будет. Не будет седьмой. А тогда лотаям. Лотаям, да, тогда первый двойственный. Первый двойственный, да. Да. Yes, all that. They are two types of. They have two types of changes. Namely, birth and death. У них два типа изменений, а именно рождение и смерть. А вот это вина, винаша – это уничтожение, а лакшане – изменение. Все поняла. Two types of changes are there. Два типа изменений. In all these changes. Mm-hmm. One is in the form of birth. Один Another is form of destruction. Один из форме рождения, другой в форме разрушения. Лакшана means in the form of. Лакшана значит в форме. These two changes they have. Эти два изменения они имеют. They have many types of changes. Many changes, anekā vikriyā. У них много типов изменений. Now among so many changes, they are in their beginning and in their end. Среди их изменений в начале и в конце. Two types of changes are there. Два типа изменений имеются. One is birth and another is destruction. Одно рождение, другое разрушение. Поняли? Iho Atmuni. Here in this context, Iho. Iho в этом контексте. Atmuni. In the Atma, in the self. В Атме.
Пратишиддатея. Пратишиддатея. Это грамматик говорит, что пратишиддатея. Сидг, пассивный залог, нич, третье лицо, единственное число, Вот недавно мы говорили, Е откуда идет это? Е? Ну вот это не Я-Т, а Е-Т. Я даже не понимаю, какой глагол-то тут. Я даже не уверена, что я глагол правильно сказала. Пассивный залог в конце. But it is very clear. Not present tense. Очень ясно. Это лицо дойственный. Вот он, да. Пассивный залог, повелительное, что там дальше? Шеботе, шеботе. Шебонте. Третье двойственное, да? Но это... Почему это повелительное? Это... Повелительное, лот. Это повелительное, с вами же сказал. Лот, шебдату, ахмане, ботта, шеб, ну, назнас. С вами же, а правильное глагол сказала сидга, тут дгату. Так, не получите. Семь нет у вас. У меня только... От манипода ничего нет у вас. Только от... Ну, у меня нет только от манипода. От манипода поговорил. Только от манипода поговорите. Ну, лот как? Второй говорите. Второе что? Лицо? С вами у меня все не так. Ну, читайте от начала. Очки не нужны или что? Не, очки не нужны. Севатам, севатам, севантам. Севасва, севатам. А чего ты читаешь? От начала читаешь. Повелительное. Это повелительное. Я говорю лот. Я тебе говорю не повелительное. Презент, презент. Презент читаешь. Ну, севате, севате. Севате, севате. А, севате, севате, севате. Севате. Кругом, что ли, севате? Двойственный севате или нет? Двойственный севате. Кто-то говорил, это немножко туда не знаешь. А когда добавляется пассивный залог, то получается... Пассивный залог – это не вопрос. Ну, почему? Вопрос от монопод. Вопрос корня тогда. Если ситх, то ситх ете. Ну. Атманепоте я говорил, если гоммоте, тут же так, как шевоте. Пассивный залог не мешает ваше атманепот. Атманепот форм второй. Дойдбенни себете. То там протисиддете. Его атмане протисиддете, 100 протисиддете, дойдбенни, 100. Субъект какой? Вот это, ну, викрияха. А, джанма, винаша, лакшане. Нет, лакшане. Его атмане. А, их атмане. Джанма, винаша, протисиддете. Если дойдбенни будет глагол, тогда субъект будет дойдбенни. Это бикрия говорит, это две бикрия. Джанма бинаша. Джанма бинаша это две бикрия протисиддете его атмане. You are about the атман. These two are the прасанна. Протисиддете or what? Rejected. Протисиддете. Отвергнутая. Отвергнута.
Про тиши где-то. Отрицается? Про тиши, да. Нет? От... Rejected. Ну, отвергнуто. Угу. Отвергается. Отвергается. Здесь говорили, они то вас ту. У них есть different changes. У них есть. Они по-разному изменяются. And in the beginning and the end there are two changes, first birth and second destruction. В начале и в конце два изменения. Рождение и разрушение. And here in Atman, Atmani, here in Atman. Здесь в Атмане. These two are rejected. В Атмане это отвергается. Что, ну, что касается Атмана, это отвергается. Because это не отвергается отношение этих двух к Атману. When he told Majayate Mriyate Cha, that is, these two changes are rejected. Джаяте, Мриате, эти два изменения отвергаются по отношению к Атману. Pratamam sarva vikriya pratishadartham. The first place. Pratamam. Первую очередь. Sarva vikriya pratishadartham. In order to reject all the changes. Для того, чтобы отвергнуть все изменения. First told, it is not born, it does not die. Сначала сказано, это... не рождено и не умирает. Now, above one sentence has not been read. А, да, еще верхнее предложение не читали. Before this loco, there is this. Да, да, мы его не читали, я обратила внимание. Читали? Нет, нет, ни в тот раз, ни в этот, не читали. Давайте прочитаем. No, сейчас это сначала, потом. Ото иданим. Атха иданим. Тосья амкара ламбанасья. Тасья амкара лабханасья. Ламбанасья. Амкара ламбанасья. Амкара ламбанасья. Атманаха. Атманаха. Сакшат сварупо нирдиди сведам учате. Сакшат сварупо нирдидха дидха. Раишае идам учьяте. Ну, что-то в середине. Вот не поняла. Нир дидга, а дальше я не понимаю. Я говорю, что он диатлисис. Да, а не какой-то сам. Шонди не хочешь отличить. Я вижу, что в конце идам учьяте. А вот что такое дга, раишае. Начни сначала. Сакшат сварупа нирдидхага, наверное. Ну, такое немного. Сварупа. А раишая какая-нибудь? Не знаю, это же вообще концовка. А, наверное, так. Нирдидхая, нирдидхарая, ишае. Такое может быть? Нирдидхарая ишае. Бас. Да? Бас, остальное не говорится. А, потом идам учьяте. Как? Здесь говорится. Последний говорится. Учьяте. Еще один. Идам учьяте. А идам где шанди? Ну а там же я идет и вот такая сие. А? Ну, мне кажется, здесь есть, вот. У меня вот так написано. Идам учьяте. И где это «е»? Эдам. Тогда получается «эдам». Так получается. Да, эдам учьяте. Эдам. Эдам слова нету. Вот именно, что нету. Значит, что другое. Шонди. Нарендра знаете шонди? Нара Индра. Идом, а такой, а, как будет?
И дам. Нора инджа. Нора ист а. А и дам. Так два буква говорите, если что не желаете. А сначала и потом. И, ну, это Ишая, Ишай, учете. Иша. Первый как? Либо О, либо А. Какой будет? А. Так говорите. Ишая, Идам, учете. Полностью говорите, только Ишая нет. Слова полностью говорите. Ого, а где оно начинается, слово-то? Ну, оно начинается так, что? Да нет, где начинается вот это? Да, ваша сонди тоже такой. И там не могли отличить даже. Почему Идам? Я же говорила Идам. Идам говорили. А как Идам пришел? Другой-то не говорили. Это ж он, я половина шо. Там А. А, тогда. Так я начала не вижу. Тогда слова. И. Где начало какой-то либо. Ишая. А. Нет, там нет. А если это не И. Это или. Ну если. Ди, дхай. Ха. От не начинается. Шарупа это одно слово есть, шарупа. Это вы уже знаете. То шарупа, кроме шарупа, как есть? Нидидха. Ну, не... Нет, я так же не вижу. Нидидхара и шая. А, так. Это в одно слово надо было. Так, так. Нидидхара и шая? Да. Ваша это голова такой. Начала шонди. А ларчик просто открывался. Нет, с вами же там же в середине что-то еще есть. Нет. Нирди. Нидхара и шая. И шая. Какой падеж? Третий. Тут я знаешь. Да? Тогда говорите. У нас не в этом были с вами же затруднения, а внутри этого длинного слова. Нету ничего? Нет. Здесь ничего не получите. Сварупа, нир, дит, харай. Одно то сначала говорите ни. Я? Ни. Нихи, да. Потом что? Дха. Нет. Но дидха. Дидха. Ра. И шая. Да. Если первый падеж будет, как будет? А... Ну, дидха. Они. Раиша. А. Так говорите, это какой формы? Какой форм? Но тут... здесь вот удвоение есть. Это атха какой-то. Дикаша. Ша и. Санта. Сам? Здесь, это да. Адха? Да, я не знаю, я не уверена. Говорите. Если ша получили, не... А, да, дидары, точно. Дидары ша. Да, это дха, сан и... И а, или... Ну вот это когда получается существительное, что-то получается у нас... Гонь какой-то? Не, это какой-то просто... Сейчас скажу. Это... Ну как он? Вот сан, а потом... Вот это. А потом сри... Ну вот это ж. Да. Говорите. Ну сри... Сри... Дри. А. Либо дри говорите, либо говорите дар. Ну... Либо дри, либо дар. Получается существительное, да, женского рода согласен. Дри, понимаете, дри. Дри какой? Значит. Ну вот такая. Это. Нет. Значит. Это с... вот такая. Это... Не говорю.
Что а это я не говорю. А, форму это, говорится. Это существительное женского рода, это существительное. Нет, дри это что значит? Дри. Держащий. Да. Дри. Хон. Ну да. А существительное женского рода это желание держать. Что научились? Ничего не поняли. Ну, кое-что поняли, да. На самом-то деле. И но мы не претендуем, что мы всегда все. Да, ту. Говоришь, два раза придет. Дри да ту. Дидха. Дидха. Дри. Дхара, Дидара, вот что-то я тупанула, точно же, вот пипец, Дхари, Дизарас ту хульд. Желающие удерживать, где же ты? Не желающие, а желание, существительное женского рода. So, Дидара. Это не субъект, это не субъект. Means... Как это будет, не желание? Это желание. Просто вопрос, как это перевести, но это не желающий, тогда суффикс будет means... другой. Just deciding. Нирдхаран. Решай. In order to decide. Для того, чтобы решить. Нирдхарешая. Ну. Все. Ты типа дали. Desiring to decide. The Sakshat Swarupa. Желая решить. Direct nature. In order to decide the direct nature. Для того, чтобы решить или решить. И думать человек. По природу. This logo has been told. Для того, чтобы объяснить, решить природу. Эта шлока была сказана. Говорено. Ото и даним. So now. Ото и даним. Тощо амкара ламманасьо. Атмана. Тощо атмана. Of that self whose support is ом. Or whose... То, а где тут ом? Ато амкара. Ато и... О том высшем я... Image is om, pratika. Чья пратика это ом. Амкара. Символ. А. Прошлый раз. Of this self whose support is om. Об этом высшем я, чья поддержка. In order to decide the direct nature. Чтобы разрешить его. It is природу. It is told. Идамуччате. It is так сказано. Нишлоко. Это шлоко. Поняли? Так сказано. This loko is meant for deciding what is the direct nature of the self. Это шлоко сказано для того, чтобы определить или решить, как direct nature. Прямая природа высшего я. Поняли? Сакшат, прямая. Без посредника. Сакшат. А? Сакшат. Без медиум. Дарит. Напрямую. Без посредников. Сакшат. Дарит начал. Так. So, previously it is about Omkara told. What is Omkara? Раньше было сказано, что такое Омкара. Омкара. Then told after. Deciding that this Omkara, which is the support of Atmana. После того, как решили, что это Omkara, это поддержка Атмана. So that Atman, of this Atman, what is that in order to decide the direct nature? Or in order to settle the direct nature? Для того, чтобы решить или установить прямую природу этого атмана. И домучате здесь шлока стоит. Это шлока была сказана. Но я это не понял. Ты поняли?
Да. Только одно слово. Другой раз можете говорить. Не дарышая. Вот это большой вопрос. Не дидхараишай. Удвоение. Сам. Дри там не чист. Дхри. Там дри, нет. Дри говорите тогда нич. А дри не говорите тогда дхар. Глагол говорите. Тогда будет. Ну, вообще нич там быть, конечно, не может. И ты стерти паде хету. Бекос. Дизайнинг. Ну, decide. Потому что желая. Real nature. Потому что желая решить прямую природу. Of the self who supports him. Высшего я, чья поддержка или опора есть он. Клиент. Да, да, это понятно, да. Клиент. So, again, we have to go. Просто ничник, но там не вам, нету там ничего. So, я реально начал играть в Атман. Я говорю, но это не там. Здесь? Может, он начал в Атман, это тоже я. Здесь почти полную природу Атмана сказано здесь. Ваш начал есть тоже. Первые приводы сказаны. It is changeless because it is no birth, no death. Неизменное, потому что нет рождения и смерти. And it is not product of something or it does not produce anything. Оно не продукт чего-либо и не производит ничего. Really? Точно? Теоретически. Real nature of Atma, если хотите знать. Да, да, это очень важно. Это понятно. Теоретически. Но что такое? Говорит, это такой вещи есть. Но от него ничего не рождается. А. Now next. Vipaschit means Vipaschit Medhavi. Випасчит медгави. О, випарилупта чайтанна сабхават. А, випарилупта чайтанна сабхават. So, випасчит means медгави, means talented. Випасчит. Значит, что, талантливый? Ну, випасчит мы решили, что это разумное я высшее в шлоке. Я говорил conscious one. Я говорил intelligent one. Ну да, мы то же самое сказали. Это не внимание дали. Мы это и сказали, что разумное. Но я сказала не сознательное, а разумное. То медами не talented, что значит? With very conscious. Тот, кто очень сознательный, талант медами. О, это человек. Because есть о випарилупта чайтанна сабхава. Because. Пяти паде because. Because it has consciousness но випарилупта. Это имеет то, что это имеет сознание. О means но. His consciousness is never get lost. Его сознание никогда не теряется. Нет. Оби поли лупто. Лупто means lost. Оби. Лупто значит потерять. Оби поли лупто. Что такое медгавия прослушка? Как? О, когда говорит, но. Оби поли лупто means never lost. А випарилупта значит никогда не потерянный. Чайтанна сабхава. Изначально that his consciousness is never lost.
Он по природе своей, то, что его сознание никогда не теряется. You see, an ordinary person in deep sleep, he does not aware of his consciousness. А обычный человек в глубоком сне не сознает свое сознание. But a bipaschit, he's conscious in waking state, he's conscious in dream state, he's conscious in deep sleep state. В этом случае он сознателен во всех со всех трех состояниях. В пробужденном, в сознании, сон со сновидениями и сон без сновидений. Во всех трех он сознателен. So bipaschit understood, huh? Bipaschit это значит. A man who does not get lost in all the three states is consciousness. Человек, который во всех трех состояниях не теряет свое сознание. Это такой человек. Это какое слово видите? Випашчит. That is when one gets nirvikalpa samadhi, he passes through these three states, but he is conscious. Когда человек достигает нирвикалпа самадхи, он проходит через эти все три состояния, и все равно он сознателен. He is conscious, he sees this world is gradually getting faded, faded like shadow. Он видит, что этот мир становится или он исчезает из вида, как тени становится. First this gross world get lost to him, he sees all this world is there, it is like shadow. Сначала он видит, что этот мир теряется для него, как бы он видит, что этот мир как тени для него. And then this also get lost, only remains. Это тоже пропадает. Idea of я ego. Тогда идея более ясная идея, что это эго, я. And when this ego is lost, потом эго теряется. Then he enter into nirvikalpa samadhi. И он тогда входит в nirvikalpa samadhi. So the in between three states gradually disappear from him. И все эти все три состояния, они исчезают для него. This is called fourth state, Turiya. Turiya – это четвертое. So his consciousness is always remaining in him. Таким образом, его сознание всегда находится в нем. This is the difference about bipaschit and ordinary man. Это в этом разница между випасчит и обычным человеком. Поняли? Теоретически. Да? Теоретически. Я не... Теоретически. А? Я поняла, теоретически. Теоретикали. Теория практика. Теория практика. It is understanding. Понимаю. Understanding what theory and practical what... Difference. Что есть? Что есть различие между теорией и практикой? Understanding means brain work. It is not... Понимание это работа. Работа ума. С вами, Дмитрий. Это когда вот сон такой духовный, вот когда во сне видишь там ангела, святого, Бога, вас там. Это осознанный сон. Осознанный сон. When somebody sees you, angels and everything, is it conscious
Dream. It is not conscious. It is. Это не сознательное сознание. It is distorted. Это consciousness. Это искаженное сознание. Как это я вижу? Вас, вас. Но это не тема нашего чтения Упанишад, если честно. There is difference. If you see here, it is one type of consciousness. Это высокий. Yes. And dream you see, it is another type of consciousness. That's why I'm telling it is distorted consciousness. Если мы то, что мы видим здесь, это одно, один тип сознания. То, что мы видим во сне, это другой тип сознания. Поэтому это тоже нет, когда скажу, вы видите Рамакришну, например. Если у вас не Рамакришна. Distorted consciousness. Искаженное сознание. Давайте дальше читать. Это же интересно, почему ты перебиваешь. Ну, у тебя свои вопросы, у меня свои. Ну, давайте вы зададите. Ты со мной очень официально разговариваешь. Со мной никто так официально не сказал. В другое время. Да. Сейчас читаем. Сейчас книжку. У нас урок. Сообы би парилюпто чайтанна шабаво. Это понимаете? Понимаете? Сознание никогда не теряется. Тот, у кого сознание никогда не теряется, он называется випашчит. Правильно? Да, да, да. Правильно. Кинчо. Майаматма куташчит карунантурат бабубо но прабхутаха. Кимчанаям атма куташчит карана антарат бабува. Это не говорю. А я думал, что вы еще не дочитали. Со куташчит, знаете, куташчит. Откуда-то? Откуда-либо или куда-либо? Откуда-либо. Хорошо, хорошо. Со кинча мудовар. Кроме того, кинча. Здесь атма. И более того. Но куташчит. From nowhere. Это атма ниоткуда. That means karunantarat. From any other cause. Это не из какой-либо причины. Обуво. Происходит? Но пробуто. Does not. Бабуба means no prabhuta. Has not become. No prabhuta has not become. Не стал, не явилось. Originate. Не. Has not originated. No prabhuta. Не родилось. Понимаете? Не родилось ни из чего-либо. More war from any other cause, this atma has not been originated. Кроме того, ни из какой другой, какой или какой-либо причины эта атма не родилась, не появилась. Understood? Ой, да. Да, что нет, ниоткуда не пришло, и нет причины. Ашматча атмана. Асматча атмана. На бабуба кашчит артхантара бхутаха. На бабуба кашчит артхантара бхутаха. So, ашматча атмана. From this атман. Из этого атмана? It is пяти баде. Асмат пяти баде. From this атма. Из этого атма? Но бабуба кашчит. Anything has not become. Что-либо не произошло. Anything means артхантара бхута. That is any other object. Какой-либо другой объект. Has not become.
не, да ты, не, явил, не появился. Nothing is produced from it. Из этого ничего не произошло. So, не появилось. Другой объект has not been born from it. Другой объект не родился от этого. Ortota, don't forget. Ortota has many meanings. Не забудьте. Ortota is object. Ortota, у Ortota много значений. Ortantaram is other object. Ortota это значит объект. From this Atman, no other object has come. Другой объект не появился. Ну, он не появился никак, ни с какой причины из него ничего не появилось. Теоретически? Понятно. А теоретически сколько? Сколько раз говорится? Ну, понятно. Понятно теоретически понятно. Я от начала говорил, все теории means от голова. It is not realization. Да. Один раз слушайте. Это все, то, что говорю так. Поэтому каждый раз теоретически не нужно трудности говорить. Один раз от начала или говорите, я напишу. Чтобы это все, что говорил. Да, я поняла, что так и есть. Окей. Написано. Тогда ваше не нужно трудностью. Теоретически. Вот нам напишите. So, atvayam, atvayam, atma ajo, atma ajo, nittaha, nittaha, shashvato, shashvato, apakshaya vivarjitaha, apakshaya vivarjitaha. So, ato, therefore, this atma is birthless. Да, таким образом, ato. Эта атма не рождена. Нитто, итанел. Нитти вечная. А шашата means апакшая баджита. It is free from any diminishing. Свободная от какого-либо уменьшения. That means changeless. То есть неизменная. Шашвато неизменное, да? Because it has never lost anything. Потому что это никогда ничего не потеряло. Непонятно, а чего неизменное? Чего не изменяется? Атма. Сам атма? Ну, сам атма, конечно. Не поменяет. Йоги ашашвата. Йоги ашашвата. Сапакшиете. Сапакшиете. Аям то шашвата. Аям то шашвата. Атаева. Атаева. Пурана. Пурана. Пура апи нава эва ити. Пура апи нава эва ити. Со йоги ашашвата. He means because. He значит, потому что. Because who is ашашвата? Changeful. Тот, кто ашашвата, изменяемый. So апакшиете. He gets diminished. Он становится меньше. Аям то ашашвата. But this Atma is changeless. А это Атма неизменная. Отэва Пуранаха. Therefore it is ancient. Пурапи Набаева. Поэтому оно древнее. Even though it is ancient, still it is definitely new. Даже несмотря на то, что это древнее, оно определенно новое. Это понимаете? Теоретически. Да. Но,
need that. You must understand. Ну, должны понять. Должны понять. Generally, all things get something lost slowly, slowly. Обычно старые вещи постепенно истираются, теряются. You have the power of eyes. Gradually, it will get less and less and less. У вас есть зрение, которое постепенно ухудшается, ухудшается. So all parts of body gradually got less and less, diminished. Все части тела, они тоже ухудшаются, уменьшаются. Then you call it is old. Whether it is cloth, whether it is book, whether it is home, whether it is body. Тогда вы называете это старым, это книга, это тело или дом. All these things are called old. И все вещи называются старыми. But because something is not changing, as in the beginning, always it is like that. Then it is called new. Ну, если что-то есть, что никогда не изменяется, значит, оно всегда новое. It has not any moment got old. Оно ни на секунду не становится старее. So, Purana means ancient. Ни на чуть-чуть не становится старее. But new. А может быть, потому что... Древнее, поэтому новое. Потому что не подвержено времени, а то, что не подвержено времени, оно не изменяется. Вот так. What is conditioned by time... Oh, this Atman is not conditioned by time, so it is not, does not change. Это я нашел. Че с вами сказал? Так с вами не говорит. Ну да. Йоги Абаяба. Упачаян дарена бхави нибатьяте. Яхи аваева упачаят варена. Упачаят варена. А, упачаят варена. Абхи нибатьяте. Абхи нивартьяте. Сайданим набо. Сайданим набо. Yatha ankuradi tad viparita tu atma. Yatha ankaradi. Ankuradi. Ankuradi. У меня пропущена буква У. У тебя тоже, Аня? Да. Ankuradi. Тут анка. Краткая У. У добавите? Краткую. Да, да. Сирис анка. Ankuradi. Нет, видимо. А дальше чего? Tad viparita tu atma. Тат випарита ства атма. Пурана вридди виварджита итьярха. Пурана вридди виварджитаха итьярха. Все. Говорит. Йохи абаева упачат дарена абинибхаттате. Whoever by growth of the body, by the process of growth of the body, чтобы процессом роста тела, continues. Ну, та вещь, которая в процессе рождения, ой, в процессе роста тела продолжается. Or because who is by the process of growth of the body that maintained. Или тот, который процессом рождения тела
получает продолжение, наверное. Продолжение тела. То есть развивается. Его, ну да, развитие или поддержание. Со иданинг набо. Со нау it is new. Да, сейчас оно новое. New in God because his growth body is coming, huh? More and more. Оно новое, потому что рост его продолжается. Йота, это продолжается. Онкурады. Например. Какие сди растения? What is called онкура? Just from the seed, when trees come, what is called? Sapling. Huh? Sapling. 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 Ну, росток, росток, когда появляется из растений. Sapling, как его называется? Росток, по-английски не помню. So, onkuradi. Росток. From seed, just yes. Только что появившийся росток из семени. Анкура. Дети из Анкурады. Анкурады. Тот випаритос ту атма. Бат. Атма из яшта позич. Но атма как совершенно противоположный. Тот випаритос. Тот випаритос ту атма. Пурано. Бидди випаджита и тетто. It is old, but Bindi Vipajjita, free from any growth. Но свободно от роста. Remain as it is. Остается таким же. Спраут. Спраут. Росток. Йотаевам. Йотаевам. Ото наханьяте, нахимсяте. Ато наханьяте, нахимсяте. Ханьямане шастрадиви. Ханьямане шастрадивихи шарирай. Вы шарго не дали? Адибихи? Нет, не дали. Почему? А вот неизвестно. Опечатка. А? Опечатка. Среди мистейк? Да, мистейк, я думаю. Нам тоже не так. Хаста дивихи. Или чоч хорну надас. Если бы что-то не дайся. Да, тогда надо... There is a distance. Tinta did not add. Чорире. Дивиш чорире. Огромное, у нас огромное расстояние. Еще дайся вас. Шастры беги. А вот значит, это в этом расстоянии должно быть еще выше. So, yota evam. Because it is of this type. Потому что оно этого типа. Ото но ханьяте. Ханьяте means хиншате. Means never get injured. Никогда не ранится. Хинсдату пассивный жалот. Хиншате. Ханьяте means хиншате. Not getting injured. Не получает ранений. Ханьямане шаридадивихи. Шариде. Шастадиви. Шариде. That is by any weapons, huh? Каким-либо оружием. Шастадиви ханьямане. If you make try to strike, huh? If you being striken by the weapons, будущее in the body, ударено оружием в теле, it does not get injured. Это не получает ранений. Body can get injured, but
И давно готовим делать. Боди, тело может быть ранено, но это не ранится. Then you can say, how can it be possible? Huh? Как это можете спросить, как это возможно? То сто пи, а каша бодево. Тот сто пи, а каша бодево. Тот сто пи, even though it lives in the body. Да, несмотря на то, что это живет в теле. А каша бодево, it is like itar, like sky. Это как эфир, как небо, как Акаша. If it is Акаша, if you heat as much as you like, you cannot endure it. И если это Акаша, то как можете бить сколько угодно, ничего не сможете сделать к этому. Even though it is inside the body, sharira stopi. Несмотря на то, что это находится внутри тела. Still it is by nature like Akasha. Все-таки это по природе как Акаша. So, if body is injured, inside Akasha does not get injured. Если тело повреждено, но это Акаша не повреждается. I shall continue? Да. Потом читаешь или нет? Читаем. Хонта чет маньяте хантум. Манья чет маньяте хантум. Хатас чет маньяте хатам. Хата чет маньяте хатам. Убхуто на виджанито. Наям ханти на ханьяте. Сейчас нас слышим. If the killer thinks of it in terms of killing, and if the killed thinks of it as killed, both of them do not know. Если убийца думает, в скобочках, об этом, как об убийстве, если убиваемый думает, в скобочках, об этом, как убиваемое, а оба они не знают. It does not kill, nor is it killed. Это не убивает и не убивается. So, ханта, я могу тебе говорить. Ханкта. А, нет, наверное, трич. Да, трич. Первый падеж. Значит, что значит? Убийца. Да. Ханта чет, if the killer. Если убийца. Маннате тингс. Думает, that he is going to kill, что он собирается убить. Хантум. Хантум маннате тингс, that he is killing. Думает, что он убивает. Хаташ чет маннате хатам. And who is killed, if he thinks he has been killed. И если тот, кто убит, думает, что он убит. Потом грамматика говорит. Кто-то убивается, думает, что он убит. Вот ханок-то. Ханок-то. Да? Ханок-то. Да, уже убит, уже потом? Не думает. Второй падеж. Хорошо. Хаташ чет маньяте хатам. Убхуто на виджанито. Виджанито грамматика говорит. Опять, наверное, Ви Хан, наверное. Или Джан. А, гня хату. Потом?
какой сейчас стоим. Здрасте. Состояние очень, очень плохо сейчас. Ни о чем там гня? Дальше после гня. Не такая. А? Говорите. Ну какой-нибудь Аня там. Аня? Ну какой-нибудь. Да. Аня тут есть. Окей. Личная душа. Очень плохо сейчас. Не убивай. Видно. Олег, как тогда? Шатри в конце точно. Тогда а нич? Нич, нич, а? Наверное. Нич. А еще сто стульев говорите. Бибурба гадату. Лак дойсменный. А вот, повелительное? Лак, презентенс. В настоящее время? Это двойственное число опять. Блин. А, настоящее двойственное. Такой глупости я как черпил. Слава, а какой падеж еще-то? Первый? Первый. Первый. А это молодой муди ушел. Это 503. Черпит, все ушел. От головы. А, все, в настоящее время двойственное число. Это... Двойственное число. Я не то, я на нути. Двойственное число не очень, да. Не дружим с двойственным. Такое состояние, кто за вас? Там виджанита, да? Али читаю. Та вот такая, ага. Та и две точки. Убов то, но виджанита субъект, убов. Оба. Оба. То, то мы. Они, они оба. А-а-а. Убивающие и убиваемые. А глагол? Глагол не можете говорить. Не, ну вот, виджанито. They have no experience. У них нет опыта. Экспириенс? Откуда получили? Ну, они оба не випасчиты, раз так думают. Випурбо гьяндату means they are not experienced. А, ви, дающий опыт. Вигьяна. Да-да-да. Понимаете? Убо-то, но бижанито. These two are not at all experienced. Not simple. Они совсем не знают его. То есть, на личном опыте. Духовный экспириенс нет. На опыте не духов. Духовного опыта нет. Ноям ханти ноханнате. He does not kill and not get killed. Он не убивает и не убивается. Понимаешь? Угу. И его не убиваем. Да, и не убиваем. Эвам бутам. Апи атманам. Шарирам матратма дриштир. Ханта чет. Яди маньяте чинтаяти. Хантум ханишьями. Энам. Ити йопи онна хата. Ити йо апи аньо ханта. Со апи чет маньяте. Хатам. Атманам хато ахам ити. Убхо апи тоу виджанито. Свам атманам. Свам атманам. So, evam bhutam api. No, translating. Evam bhutam api атманам. Эди атма из обдиштай. Как, поскольку атман этого типа? Шарира матра атма дишти, бхупри шамаш. The person, бхупри шамаш means, it is an adjective. Бхупри шамаш, прилагательное. The person who has, can only see, the body as atma. Та личность, которая может лишь видеть тело как атма. Понимаете? Шарира матро атма дишти. Только only body
Шаридаматра. Only body. Только тело. Атма дышти. Sees as атма. Видит как атма. Such person, even though атма is of this type. Да, даже несмотря на то, что атма этого типа, ну, таковая. Ага. If untouched, that means jyoti. If killer things, this type of killer, если, he thinks. Если убийца, такого типа убийца думает. Manyata means chintayati, thinks. Думает. Huntu means Ханишьями, I shall kill. Я убью Ханишьями. The person who has no, only have the idea that body is atma. Тот человек, который думает, что тело это атма. So it is possible for him. He may think that I shall kill. Это возможно для него. Он думает, он может думать, что он убьет. Ханишьями, ином. I shall kill him for somebody, you know. Я убью его для кого-то. Such person, it means such person. Такая личность. And another, yopyanya. И другой. And some other person thinks hota. Да, он думает. Hota means some other person who thinks himself dead. Или кто-то другой думает, что он мертв. Убиваемый. So, he also, if he thinks that atam atmanam, that myself is killed. Если он думает, что мое, ну, я убит. That is. Things like that. Hata hum iti. I am dead. Что я умер. Убову питу. Тогда уже не думаю. This, both of them. Оба они. Но обиджанита саматманам. They do not know their own self. Они не знают свое высшее я. Yato nayam hanti. Yato nayam hanti. Avikriyatvat. Avikriyatvat. Atmanaha. Atmanaha. Tata nahanyate akashapat avikriyatvat eva. Tatha nahanyate akashapat avikriyatvat eva. Yato. Because, потому что это. Ноям ханти, he does not kill. Он не убивает. Обикритат атмана, атмана сикшесенда. Атма is changeless. Атма неизменный. So, he does not kill. Поэтому он не убивает. Атма will not get changed. So, атма не изменится. So he actually does not kill. Поэтому он на самом деле не убивает. Не убивается. Тота ноханьяте, но also he is not getting killed. Не убивает и не убивается. Because like sky, he is of course changeless. Потому что оно как небо неизменно. Понятно. Ото анатмага вишая эва. Ато анатмагня вишая эва. Дхарма дхарма ади лакшана. Дхарма адхарма ади лакшанаха. Самсарано атмагасья. Самсарано атмагнясья. Шрути праманьят. Шрути праманьят. Наятча. Наятча. Дхарма дхарма данупапаттехе. Дхарма адхарма анупапаттехе. Дхарма адхарма ади анупапаттехе.
Дхарма, адхарма, ади, анупапатте. Анупапатте. Ото анатма бишая ево дэрфор. Поэтому this subject is comes under those who do not know Atma. Поэтому эта тема касается тех, кто не знает Атму. Because it is dharma adharma adilakshana samsara. This is actually where there is righteousness, unrighteousness. That type of samsara. That is the object of person who does not know samsara. Это находится в пределах того, где находится праведность и неправедность. Ну, в общем, да, в сансаре. Now, why this word suddenly brought dharma, dharma? Почему он вдруг привнес сюда слово дхарма и дхарма? In the text there is no dharma, dharma. В тексте нету дхарма, дхарма. Can you say, нет, how can it come? Нет этики. Can you say, why dharma, dharma? Ну, потому что, наверное, вот это убийство, оно как-то связано с дхарма, дхармой, нет? Дхарма, дхарма, дхарма. That is true. It's not mukko. Так говорят. Так говорят? А Носиката что говорит? На самом деле нет кармы. Straight ashth. Jama. Аннатта дхармат, аннатта адхармат. Носиката напрямую спросил яму. Аннатра бутат, аннатра бхавишат. Будто бхавишат. After training, Yamesh, so much praising him, he got tired. He told. После того, как Яма его так хвалил, он... Яд пащанди тат бада. What you see beyond dharma and adharma? Что есть за пределами дхармы и адхармы? Beyond present, past, future. За пределами настоящего, прошедшего и будущего. Please tell me that. Скажи мне о том. I don't want to hear all your praise and everything. Я не хочу слышать твои похвалы и все остальное. So he is telling, already started. So telling. А здесь он начинает говорить. This one who thinks killing or getting killed. This is anatma vishaya. It is just worldliness. Тот, кто думает, что он убивает или убивается, это анатма вишая, то есть мирсковость. And there also dharma, adharma, everything comes. И в пределах этого все эти понятия существуют. Дхарма и адхарма. Носиката, I don't want to hear about this. Дхарма и адхарма. Сикет сказал, что я не хочу слушать об этом. Дхарма и адхарма. This sentence is, but this shloka says, these things comes under dharma and adharma. Эта шлока имеет в виду, что эти все вещи подпадают под дхарму и адхарму. It is the worldliness of those who does not know the real nature of Atman. Это принадлежность или мирскую принадлежность к миру, как сказать, мирскость тех, кто не знают истинную природу Атмана. Но Атмагасша, it is not the subject of nor of self. Это не относится к, не является с, так, как, но Атмагасша не относится к знатоку Атмана. Шрути Праманна. Шрути, this Upanishad, give that Atma does not die, does not kill. Upanishady заявляют, что Атма не умирает и не убивает. So, Lord of Self does not think
in this line at all. Знаток атмана не думает в этих. Иди дарма, дарма бишая. Иди да. Об этим, ну да, об не думает подобного не думает. Нячо. Иди. Там есть текст «Наятсо». О, только слушаешь текст. Я слушаю, это, да. Как потом понимаешь? Не туда смотришь. Сначала говорят, что ты променад. Потом «Наятсо». Logically also. Да. It is not the matter of more of self. И по логике это тоже не относится к... Дарма, дарма, дио, ну помогите. К знатоку. Высшего атма. Because in case of noir of the self, is dharma, adharma, etc. cannot be established. Потому что в случае со знатоком атмана дхарма, дхарма не может быть... From logic also you cannot establish, nor from shruti text you cannot establish. Невозможно утверждать ни логикой, ни... Ну, а получается, я правильно рассудила, что вот эта дхарма и адхарма, она связана с убиваемым и убивающим, то есть... Ну, да, шел, а? Да. Считайте, вот ты не очень хорошо вещи. Он просил, говорите такой вещи, где... Дарма, дарма, бьонт. То, что за бьонт. Дарма, дарма. So, now we'll start gradually. Теперь он постепенно начнет объяснение. The people who think like that, that is within, come within dharma, dharma. Люди, которые думают так, они находятся в пределах под властью дармы, дармы. And most people will not tell like that. Знающие атман так не скажут. Потом давай. Модельно. Когда знаменит. А вот они хотят.